Здравствуйте, господа. Я получаю очень много звонков и писем, и у меня все спрашивают, особенно люди, которые меня знают, спрашивают: Майкла, почему ты выбрал проект God Backup? У тебя же 44 года опыта работы в сетевом бизнесе, и ты говоришь всем, что именно God Backup – это правильное место, и именно God Backup – это правильное время. Почему? И вот сегодня я пофилософствую вслух, расскажу, почему именно этот проект, и также расскажу вам маркетинг нашего проекта. Но сначала я хочу представиться. Меня зовут Майкл Лившиц. Я сам родом из Риги. Уехал в Америку еще в ноябре 1979 года. Так что в Америке я уже живу более 44 лет. В сетевой бизнес я попал в августе 1980 года, прошел огонь, воду и медные трубы, был на вершине славы и падал, и опять поднимался, и такое у меня происходило пару раз. Я не всегда угадывал компанию и также попадал, как говорят по-русски, в лохотроны, но благодаря моему опыту. И даже если я попадаю в плохую компанию, которая в результате закрывается, я беру только оттуда самое хорошее. А я думаю, вы согласитесь со мной, что опыт – это бесценно. Цену на него поставить нельзя. Поэтому я сегодня немножко хочу пофилософствовать вслух. Может быть, вы согласитесь со мной. Но, во всяком случае, послушав эту информацию, вы сами сделаете для себя правильный выбор. Что значит правильное место в сетевом бизнесе? Правильное место – это, конечно, попасть продукт, который называется прогресс. Потому что прогресс остановить невозможно. Нравится вам этот продукт или не нравится, если верите вы в него или не верите, это не имеет никакого значения. Прогресс все равно будет идти вперед. Поэтому надо попасть именно в такую компанию, которая имеет продукт, который связан с прогрессом. Очень важно попасть в новую компанию, потому что если вы хотите заработать 2, 3, 4 тысячи в месяц, но если вы будете правильно работать, то, естественно, вы сможете заработать такие деньги в любой компании. Я имею в виду настоящей компании, не каком-то лохотроне. Но если вы хотите заработать денег, такую сумму, построить такой бизнес, который будет приносить вам 50 тысяч в месяц, 60 тысяч, 100 тысяч в месяц и больше, здесь уже надо попасть, как говорят, в правильное место и в правильное время. И, конечно, компания должна быть молодая. Я потом объясню, почему. Но здесь получается палка о двух концах. Потому что молодая компания – это очень большой риск. Почему? Господа, по статистике, на 10 новых компаний в первый год закрываются 8 из них. И как это не обидно, может быть, даже непонятно, они закрываются не потому, что они не делают бизнеса, наоборот, они начинают расти так быстро, и у них бизнес растет так быстро, что у них нету достаточно в компании финансов поддерживать этот рост. И в результате эти компании лопаются, как мыльные пузыри. Мыльные пузыри. И я видел компании, которые закрывались в первые три года. Но, к сожалению, это реальность, к сожалению, это факт. И эти компании никогда не доживают до того момента, который называется критическая масса, когда происходит взрыв, и все начинают зарабатывать. Наша компания, которая называется God Backup, работает под зонтом старой компании, которая называется GVO, которая существует 27 лет. И в нашей компании GVO уже было выплачено более 300 миллионов долларов комиссионных. Это говорит о том, что наша новая компания God Backup, хотя она и открылась только в апреле 2023 года, она молодая, и у нас нету такой проблемы, что наша компания закроется очень быстро. Потому что у нас достаточно финансов поддерживать вот этот рост.
рост, который называется критическая масса. Что это такое? Если вы возьмете все компании, которые торгуют миллиард долларов в год и больше, и это не только сетевые компании, любые традиционные компании, такие как, например, Microsoft, и таких много, то все эти компании, которые торгуют миллиард долларов, как только они доходят до торговли 50 миллионов долларов в год и больше, происходит вот этот взрыв. И тогда компания за следующие 3-5 лет может дойти от 50 миллионов оборота компании до миллиарда и больше. К сожалению, таких компаний не так много. Хотя любая компания, куда бы вы ни попали, вам всегда будут говорить и обещать, что они тоже дойдут до критической массы. Мне много людей пишут и звонят и пытаются рекрутировать в тот или иной бизнес, и всегда кричат, как сломанный телефон, испорченный телефон. Наш бизнес самый лучший, мы гарантируем, у нас будет такой взрыв, и мы дойдем до критической массы. Если бы я получил хоть бы $1 каждый раз, когда мне такое говорят, я заработал бы еще 1 миллион долларов, кроме того, что я имею. Потому что в основном это, к сожалению, происходит очень-очень редко. Это надо понимать и анализировать. Ведь никто не знает, что будет завтра. И когда мне кто-то пишет и делает обещания и гарантии, я даже на этого человека не хочу тратить свое время, потому что он мне просто говорит то, что ему сказал дядя Вася. А откуда дядя Вася взял эту информацию, об этом никто не знает. Поэтому я никогда не обращаю внимания на таких людей, потому что они говорят о том, о чем они совершенно ничего не понимают. Как узнать, правильная компания это или неправильная? Правильное время или неправильное? Это нужно проанализировать. И мы сейчас сделаем с вами этот анализ. Если у вас есть под рукой ручка и бумага, если вы серьезно ищете хороший бизнес, приготовьте, потому что пару цифр я вам скажу, и желательно будет записать. Почему? Для того, чтобы вы не просто услышали, но чтобы вы это еще и увидели. Господа, поверьте моему опыту, это очень важно для вас. Потому что услышать мало, надо увидеть. Тогда это у вас оседает в вашем подсознании, и вы начинаете понимать, о чем идет речь. Вы все слышали такую организацию, мировая биржа, которая контролирует экономику всего мира. Я объясню, к чему я это вам говорю. Например, мировая биржа, самая основная, их три, которая находится в Нью-Йорке, это называется New York Stock Exchange, в Лондоне, в Англии и в Токио, в Японии. И от них уже произошли ответвления по всему миру, в том числе и на территории СНГ. Так вот, на бирже в Нью-Йорке в день, там 8 часов рабочий день, происходит оборота более триллиона долларов в день. Представляете, таких компаний нету, которые торгуют триллион долларов в год, а тут в день. От чего это происходит? В этих компаниях есть аналитики, которые сидят перед телевизором 24 часа в сутки, перед компьютером, и анализируют ту или иную компанию, тот или иной продукт, и все, что с этим связано, все, что происходит в мире. И благодаря этому анализу они делают выбор, купить этот стак или нет, продать его или нет. И на мировой бирже одни и те же стаки продаются и покупаются 1000 раз в день. Когда стак упал, его купили, когда он поднялся, его продали. Как так работает мировая биржа? Почему я вам к этому говорю? А мы проанализируем. Мы это сделаем, и я вас приглашаю в этот бизнес не потому, что дядя Миша вам сказал. Просто проанализируйте вместе со мной, и вы сами придете к тому знаменателю, который правилен для вас. Так вот, господа, на мировой бирже, когда им попадается новая компания, они не могут проанализировать, что было в прошлом. Потому что для того, чтобы прийти к знаменателю в будущем, надо проанализировать, что было вчера. Тогда ты будешь знать, что может произойти завтра. И все равно 100% гарантии нету. Но так работает мировая биржа. Для них это хорошо. Почему мы не можем сделать то же самое? Так вот, господа, когда компания новая, и у них еще нету прошлого, они анализируют, они находят такую же самую успешную компанию,
который уже работает много лет и имеет точно такой продукт. Поэтому я выберу две компании. Первая, старая компания, с которой нас будем сравнивать, называется Dropbox. И запишите это, пожалуйста. Dropbox. Это очень крупная компания, миллиардная компания. Это не компания сетевого бизнеса. Мы просто проанализируем продукт и то, что произошло в эту компанию. И вторую компанию напишите. GetBackup. Это наша компания. Dropbox имеет точно такой же продукт, как компания GetBackup. Ни лучше, ни хуже. Даже скажу вам больше, что компания Dropbox арендует помещение на определенное количество своего продукта, они держат именно у нас. Поэтому наш продукт, так же, как и в Dropbox, построен на военной платформе, он не лучше и не хуже. Он точно такой же. Так что мы две компании, которым продаем такой же самый продукт. При этом мы хотим проанализировать. Значит, Dropbox открылся в 2011 году. Это не сетевая компания, там никто не зарабатывает деньги. Они просто стали продавать вот это облако, где люди могут держать свой контент с телефона, с компьютера и так далее и тому подобное. Из 2011 года за следующие 7 лет до 2018 у них уже было 100 тысяч потребителей ихнего продукта. Значит, 100 тысяч человек, которые купили этот продукт и платят его за него $10 каждый месяц и получают 2 терабайт за это и пользуются для себя и для своей информации, для компьютера, телефона и так далее и тому подобное. И за первые 7 лет подписалось 100 тысяч человек. Как эти люди подписались? Благодаря рекламе, но самое основное, благодаря разговаривать. Люди, что нам, людям, принято? Если мы получили какую-то информацию, нам она понравилась, что мы делаем? Мы рассказываем об этом. Если вы пошли в кинотеатр, и вы увидели классный фильм, и вам он очень понравился, что вы сделаете на следующий день? Вы всем расскажете. Если вы пошли на свадьбу, вас пригласили, особенно женщины, и вы пошли, сделали классную прическу, и вы получили миллион комплиментов, что вы сделаете на следующий день? Вы всем будете рассказывать, где вы постриглись. Вы делаете то, что делаем мы, сетевики. Только в отличие от вас, мы зарабатываем деньги, вы просто делитесь информацией. Но это принято у нас. Вот такая у нас у людей психология. Мы любим делиться тем, чем понравилось нам. И вот благодаря этому за 7 лет компания Dropbox подписала 100 тысяч потребителей. И за следующие 6 лет произошел сумасшедший взрыв. Или как это называется, критическая масса. И за следующие 6 лет, то есть на сегодняшний день, в этой компании от 100 тысяч дистрибьюторов выросло до 700 миллионов потребителей. И ни один из них не получает ни копейки денег. И все они получают такой же продукт, как продает компания GetBackup. И тоже платят $10 в месяц. И только получают 2 терабайта. В компании GetBackup мы получаем за ту же самую сумму, тот же самый продукт, 6 терабайт, который вы можете поделиться с 6 людьми. Или на 6 компьютеров или телефонов держать эту информацию. Самый главный плюс, господа, что нам за это еще платят, потому что мы первая компания в мире на платформе сетевого бизнеса. И если компания Dropbox за первые 7 лет подписала 100 тысяч человек, мы за первый год подписали 52 тысячи. То есть за первый год мы перевыполнили их 7-летний план на 50%, господа. А вы представляете, что будет следующий год? А вы представляете, что произойдет через 3 года? 5 лет? Я считаю, что мы зайдем в критическую массу в следующие 3 года. И вы себе представляете, если у вас, вы придете в бизнес сегодня, а завтра в нашей компании, я даже не буду говорить 700 миллионов, 50 миллионов потребителей и дистрибьюторов.
Вы вообще представляете, что произойдет со взрывом? Ведь у нас бинар, о котором мы поговорим в отдельности. То есть у нас только две ноги. И, кстати, мой спонсор сам хозяин компании. Так что мы на самом верху. Это значит, что имеет возможность, если вы придете в рано, вы получите переливы. Не сразу. Я обычно советую людям делать переливы для своих дистрибьюторов, а не ждать переливы сверху. Но рано или поздно, когда произойдет взрыв, а он произойдет, вопрос только, будете ли вы с нами или нет. Поэтому запомните, Drop Bucks за первые 7 лет построила бизнес в 100 тысяч человек, и это привело к большому взрыву. Потому что люди рассказывают, они делятся информацией, за которую ничего не платят. И произошел такой взрыв, что за следующие 6 лет от 100 тысяч вырос их бизнес в 700 миллионов. Еще раз повторю, у них продукт стоит $10, у нас продукт стоит $10. У них такой же продукт, как у нас, не лучше и не хуже. За $10 они дают 2 терабайта, за $10 мы даем 6 терабайт. И бизнес. Каждый из вас получает 6 реферальных ссылок бесплатно. Плюс автореспондер, один из самых классных автореспондеров, которым я когда-то пользовался. Бесплатно, господа. И обалденный продукт, и мы только начали этим заниматься. Теперь я вам расскажу немножечко о нашем маркетинге. Я еще раз повторю. Что наш маркетинг – это бинар. Господа, для тех, кто не знает, я вам скажу, что бинар считается самый, не один из самых, а самый лучший маркетинг в индустрии сетевого бизнеса. Кто-то может усмехнуться, кто-то может не поверить. Это не имеет никакого значения, потому что я вам сейчас это докажу. Сегодня, на сегодняшний день в сетевой индустрии насчитывается, извините, более 60 тысяч сетевых компаний. Из них только 220 компаний, которые торгуют $100 миллионов в год и больше. Из этих 220 компаний только 18 компаний торгуют $1 миллиард в год и больше. 95% этих всех самых крупных компаний – это компании, которые имеют бинар. Это одна из причин, почему они такие крупные, потому что от чего компании, в сетевой компании идет большой оборот. Значит, люди подписываются в бизнес, предлагают продукты и сами покупают его и пользуются. Значит, если в бинаре легче рекрутировать людей, от этого и получается, какое количество будет оборота. Значит, факт налицо, потому что именно в бинаре 95% компаний самые крупные в мире. Традиционный бинар компании просто только две ноги, и вам только платят с маленькой ноги. У нашем бинаре немножко нетрадиционный. И сейчас вы услышите как. В нашем бинаре 7 видов оплаты. И мы поговорим о каждом в отдельности. Когда человек начинает работать у нас, первое, что я советую, привести 2 человека. То есть одного влево, одного вправо. Как только вы это выполнили, вы будете квалифицированы на наш бинар. У нас в бинаре 2 вида оплаты. Что значит 2 вида оплаты? Нам платят по циклам. Цикл – это 2 человека в одной ноге, 4 человека в другой ноге, и вы получаете первый цикл, вы получаете до 10% с этих 2 человек. И в циклы засчитывают все, и переливы, и люди, которых вы сами привели, и то, что они привели, это не имеет значения.
Как только вы доходите до платинум, и потом я объясню, что для этого надо сделать, у вас будет уже второй цикл. Что это значит? Что вы будете, когда у вас будет с одной стороны 4, а с другой 2, вы будете уже получать не до 10%, а до 25%. То есть ваш заработок с вашего цикла увеличивается минимум в 2 раза. Почему я говорю «до»? Потому что проплата с циклов, это зависит от какой процент зарабатывает компания, от его профита. Наша компания платит нам, дистрибьюторам, 75% от своего заработка. Извините. Самое интересное начинается в тот момент, когда вы сможете выполнить ранг Gold. Вот с левой стороны вы видите это здесь. Потому что как только вы становитесь золотом, вы начнете получать процент и с левой ноги, и с правой ноги от всей группы 3 поколения вниз. Вы – это первое поколение. Всех, кого вы привели под вами, вы можете привести 2 человека, 10 человек, 100 человек. Это будет все ваше второе поколение. И все, сколько людей эти люди привели, это будет третье поколение. В результате на ваших поколениях могут быть тысячи и десятки тысяч человек. И с этих всех людей вы будете получать процент, о котором мы поговорим больше, чем позже, с той суммой, которую они платят каждый месяц. То есть с 10 долларов. Но со всей и слева, и справа. В бинаре это неслыхано. Как только вы становитесь сапфиром, вы начнете получать 25% matching бонус с каждого дистрибьютора, которого вы привели в бизнес сами лично. И получать будете до 1000 долларов с каждого человека каждый месяц. И в результате вы будете получать, в зависимости вашего роста, 100% matching бонус с каждого дистрибьютора, который вы привели сами лично, до суммы 20 тысяч минимальный заработок с каждого человека в отдельности. Представьте себе, если вы привели 10 человек, и которые выполнили все нормативы, и они получают в своей маленькой ноге 20 тысяч долларов в месяц, и вы с каждого будете получать эту сумму. Это сумасшедшие будут заработки. Как только вы приводите человека, первого человека в бизнес, вы становитесь бронзовый директор. Как я уже сказал, для того, чтобы быть квалифицированным, получать комиссионные в своем бинаре, вы должны привести минимум 2 человека и поставить одного влево, другого вправо. Я пропущу Силвера, начну с золота, потому что это самый первый главный ранг. Для того, чтобы стать золотом, вам надо привести в бизнес самому лично 5 человек и поставить 2 влево, а в 2 вправо, 5 куда угодно. И так, чтобы в каждой ноге из 3 ног, в каждой ноге у вас было по каперу, то есть капер — это человек, который привел 2 дистрибьюторов влево и вправо. И общее количество людей 25 человек в группе. Господа, если что-то для кого-то непонятно, вы сможете пересмотреть эту всю информацию больше и больше. Это все мелочи жизни, и работает очень легко. Следующее, для кого я вам советую дойти, до сапфира. Если вы станете сапфиром, то для этого вам надо привести 10 человек самому лично, чтобы 2 из них были влево и 2 из них были вправо, и чтобы в 5 ногах было по одному каперу, и чтобы общая группа была 50 человек. В нашей русскоязычной группе уже есть 1 Emerald, и в моей англоязычной группе есть уже 1 Triple Diamond и много даймондов. Поэтому это все можно сделать, и заработки будут сумасшедшие.
Когда вы подписываетесь в бизнес, то платят нам каждый месяц с той суммы, которую вы платите за наш продукт, то есть $9.97 в месяц. Я округляю до $10. Как только вы подписали первого дистрибьютора своего в бизнес, вы в первый месяц получаете 200%. Это то есть почти $20. В этот месяц с этого дистрибьютора никто не получает ни копейки. Все остальное начинает получаться со следующего месяца. Человек, вы можете подписать дистрибьютора за $100 сразу за весь год. Тогда он просто экономит 20%. И вы получаете с этого 50% комиссионы, то есть почти $50 один раз. У нас есть еще продукт VIP. Ну, я особенно не очень много о нем рассказываю. Этот продукт не для всех. И его не обязательно покупать. Если он вам нужен, то он хороший продукт. Если кто-то в группе у вас купил этот продукт, и за него платят каждый месяц, вы будете получать с него 25% комиссионных. Каждый месяц, пока этот дистрибьютор оплачивает за этот продукт в бинар не попадает. Плюс, если у вас человек подписался, и это стоит, если я не ошибаюсь, $8.97, человек получает только 2 терабайт, и он только просто становится потребителем. Он не в бизнесе, эти деньги не попадают в бинар, но с такого человека каждый месяц вы будете получать 25% комиссии. На этой фотографии вы видите с левой стороны два дерева, слева и справа. С левой стороны это вы видите свой бинар, вы посередине, левая группа это красным цветом, правая группа это синим цветом. С правой стороны вы видите, опять-таки, это ваш бинар, только здесь показываются ваши ноги. Что значит ваши ноги? Ваши ноги это каждого дистрибьютора, которого вы привели сами лично, не в зависимости где он находится в бинаре, он начинает одну ногу. И вот в каждой ноге есть определенное количество людей, и как только в этих 5 ногах получается 25 человек, и в каждой ноге должно быть по одному дистрибьютору, который привел тоже 2 людей, влево и вправо, вы становитесь золотом. Как я уже сказал, компания нам платит 75% денег с каждого доллара, который они зарабатывают. 37% этих денег идет на оплату matching bonuses из цикла и со слабой ноги. То есть у нас есть Tier 1 и Tier 2. Что это значит? Что Tier 1 цикл, пока вы будете Copper, Silver и Gold, и Tier 2 cycle начинается с платином, то есть ваша оплата за cycle увеличивается более 2 раза. И как только вы стали сапфир, вы начинаете получать matching бонус с каждого дистрибьютора, которого вы привели сами лично. И это от 25% это дойдет до 100%. И от максимального $1000 заработка с одного человека дойдет до $20,000 заработок, в зависимости, на каком уровне вы находитесь. Плюс у нас есть еще заработок, как только вы стали золотом, вы будете получать 2,5%. С каждого дистрибьютора, то, что он платит помесячно, со всей своей группы, и с левой ноги, и с правой ноги, то есть и со слабой ноги, и с сильной ноги, вы будете получать 2,5% 3 поколения вниз, как только вы стали золотом. Как только вы стали сапфиром, вы начнете получать 4 поколения, и в результате это дойдет до 10 поколений. Господа, в будущем это могут быть одни из самых больших бонусов. Почему? На этом экране вы видите ваш бинар. Вы желтым цветом, и все те, кто желтым цветом
в вашем бинаре это люди, которые стали золотом. И вы будете получать, выйдете первый, вы первый, и все, кто будут под вами, потом второй, видите, слева второй, справа второй, второй, два, и потом три, 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 это три поколения, и все между ними. Мне не совсем нравится эта структура, потому что у меня, например, на сегодняшний день квалифицированных дистрибьюторов, где-то, которых я привел сам лично, 25 человек. И между ними у меня даже есть сотни людей и больше, которые не золото, а я со всех с них получаю комиссионные. Поэтому представьте себе, когда в будущем у нас в компании будет миллион, 3 миллиона, 50 миллионов дистрибьюторов. Почему нет? Dropbox сделал 700 миллионов и никому за это не заплатил, и они получают в 3 раза меньше, только 2 терабайт. Мы даем 6 терабайт с возможностью оплаты. Конечно, мы можем получить 50 миллионов людей. Может быть, не сегодня, но я думаю, в течение 3-5 лет оно будет. И можете себе представить, какой это будет комиссионный? Эти всего лишь 2,5%, но слева и справа. Кроме всего, у нас есть еще один вид бонуса. Это называют Dynamical Compression. Но он начинается платить с того момента, как вы становитесь сапфиром. Поэтому к нему мы вернемся позже. Плюс у нас классный бонус, который тоже начинается с сапфира. Но это очень важный бонус. Компания выделяет 9% профита всей компании, который будет делиться в 9 пулов. Пул сапфиров начинается с сапфиров до Black Diamond. То есть каждый месяц 1% всего заработка компании будет делиться между всеми сапфирами, которые находятся в компании. Как только вы стали Emerald, вы попали в следующий пул. В этом пуле будет та же самая сумма, 1%, но она уже будет делиться только на сапфиров. А сапфиров, сами понимаете, будет меньше, чем Эмералдов будет меньше, чем сапфиров. А представляете, у меня в группе уже есть один Triple Diamond. Какой он бонус получает с этого пула? Потому что Triple Diamond еще не так много в компании. Поэтому чем больше, выше будете вы идти по нашей лестнице, этот бонус будет расти, расти и расти. Это еще один экстра бонус, кроме всего. Следующий бонус. Этот бонус начинается с Руби. Конечно, компания, почему они так делают? Потому что они мотивируют именно людей, которые хотят расти в бизнесе. И чем больше вы будете расти, от этого и будет зависит ваш заработок. И это бонус, который будет вам платиться кроме всего. Как этот бонус работает? Но здесь с правой стороны описывается, когда вы дошли, например, до Blue Diamond, то есть для синего бриллианта. Если вы дойдете до синего бриллианта, то это у вас в вашей слабой ноге уже будет где-то 7500 человек. И это не такая большая цифра, господа. Это вы будете уже получать оборот, только в слабой ноге будет 75 тысяч долларов. И они берут, видите, здесь показывается вам синий бриллиант, берут 2% от 70 тысяч долларов и за счет второй ноги умножают на 5. Это в результате вы будете получать еще один экстра бонус, который будет платиться каждый месяц на этом уровне 7500 долларов. Это обалдеть можно, господа. Поэтому что требуется вам? Привести одного человека, поставить влево, привести одного человека и поставить вправо. А потом повторить. А потом просто помочь всем этим ребятам сделать то же самое. Это очень, очень просто, господа. Я хочу закончить на этом, что внизу
на YouTube, когда вы будете смотреть, внизу на YouTube я напишу нашу комнату, это закрытая комната на Телеграме, где я выставляю всю нашу информацию о бизнесе. Вы можете поставить, посмотреть все наши записи, все уроки, которые я делаю каждое воскресенье. Все я выставляю в эту группу. Поэтому, если у вас будут вопросы, вы можете всегда зайти в группу и поинтересоваться, и посмотреть на эту информацию. В принципе, там есть вся информация, которая ответит на любой вопрос. Если вас и заинтересовал этот бизнес, пожалуйста, обратитесь к человеку, от которого вы получили эту информацию. Или если у вас есть еще больше вопросов. Господа, и добро пожаловать в наш бизнес. Увижу вас на вершине славы.